И всем привет! У микрофона Кибелопастер 53. Сегодня мы поиграем в очень страшную игру, которая называется Говорящий кот Хуан. Да, уже играли один раз в этого Хуана. Но это уже монстр Хуан. Страшный Хуан Экзе. Вы знаете что? Что пародия на Тома. А Говорящий Том пародия на из Тома и Джерри. И это что, из такого Тома и Джерри такого взяли Хуана? Походу, да. Смотрите, ну он страшный, реально. Сейчас надо его сфоткать только. Кстати, Fox Neo тоже играл такую игру. А, кстати, а голос поменяли? А, ладно, не поменяли. Ну да ладно. А как он зато спит, мне интересно. Ух, какой он страшный. Зубки-то какие. Чисти зубы. По ночам, если что. Не, ну этот Хуан страшнее всех. Так. А давайте плей. Ух ты. Нифига себе, что за игра такая. Ой, авторские права зададут. Где? Кто? Это... Знаете, это из Чикенгана взял. Ух, смотрите. На. Цвах. О, ты ж на Майка Вазовского напоминаешь мне. Ты! Уходи отсюда. Я тебе что, мешал как-то? Уйди отсюда. Уже не примедут ко мне. Не по-безопасному идут. Вы сейчас ему прям в глаз. А! Да я как в глаз хотел. Да, это отсылка. О! Или на стендов, не знаю. Надо убить ему в глаз. На! Все, вот так убью. О, он близко уже очень. На тебе. Где? А, ты что так пухать? Да блин, он уже рядом. Давай по зубам. Да уйди отсюда. Уйди, страшилище. О, какой страшный. Да вы издеваетесь? Как я их должен побеждать? И мне интересный факт. Как я их должен побеждать? Отстаньте от меня, ну сколько можно уже, ну. Опасные типы из Чикенгана. Вот дома все вот разрушили. Ха-ха-ха. Давайте, а что если меня поймают? Боже, он такой страшный на самом деле. Мне кажется, в Хуане будет очень много обнов. Боже, какие они близко... Боже мой, они такие страшные. На тебе, получай. Ну ладно. Так, это не обновление... О, вот тут обновилось. Ну, мне пока что вот эти не совсем понравились. Потому что... Ого себе! Какой он страшный. А как... А если мы покормим его тем... И... Прошлого раза я не всю игру, конечно, посмотрел. А со страшным Хуаном всю посмотрим. Вот. Вот так. Это как отсылка на Супер Марио. Кстати, заказал игрушку Хаги-Ваги. Да ух ты. Ух тышка, крутышка. Ах, да, я помню, эти слова еще говорил. Тышка-крутышка еще. Где там? В 2017 году. Когда я еще был в первом классе. А Дима, когда в первый класс перешел. Не объясни, в каком году ты еще родился. Но, конечно, Хуан этот... Хуан Экзе очень страшный. Вот это да...
Сколько вы за это видео наберете лайков, я не знаю. Возможно, где-то 11, ну не знаю сколько. 15 подписчиков добавьте. Ну, потому что же вы за новые игры постоянно должны оценивать. Вот, ребята, я ж вас верю, вы же должны это видео оценить немножко. Жалко, что форма Хуана первая исчезла. Хотелось бы у него поиграть бы еще, поснимать короткие видео, поставлять ремиксов. Ну, вот мы могли поставлять ремиксы там, просто без ремиксов сделать, просто про него короткое видео, ну как бы так и делаю. А ставили какую-то... Ну не знаю, что вставили. Какое-то чудовище. Вот это чудовище очень страшное, что было вообще в Хуане. Хуан хороший. Это на Тома и Джерри такого Тома вставили. Или говорящего Тома такого вставили. Жесть. Он такой страшный на самом деле. Где-то я не знаю, сколько-то лет игра. Наверное, 12+. А Дима, ты такую игру лучше не играй, тебе же 9 еще. Да как? Ну и ладно. Да сколько-то этих реклам будет показывать. Надоедливых. Так, ладно. Еще вот эту надо игру попробовать. О, музыка поменялась, вы слышите это? Так. Я играл. Я пытался записать стрим. То есть не стрим, а видео. И вот какой и такой. Да, я это помню. Знаете, ай-яй-яй, хлебушек. Аккуратнее, ребятки. Ребята, ну что вы делаете? Да отстаньте вы. Еще раз хочу. Да. Звук уже не настолько мне понравился больше. Просто обычный звук. Что там? Давай. Смотрите, там вылазит, короче, такой. Да, пересмотрел Фокс Нео. Это дым. Хуан страшная версия. Самая страшная версия Хуана. Да, давай. Страшная версия Хуана. Очень опасная, докажу вам. Да-да-да. Хлебушек лови. Куда он приведет нас? Боже мой, что в этом случае? Ай, мы сейчас еще быстрее будем. Как клево. Да, муж. О, смотрите, там даже вот то... О, это точная отсылка на Chicken Gun. Видите, вот такое тоже было в гонках, конечно. Вот. Да, это реально отсылка на тот трек. Очень тут длинный, конечно. Что вы делаете, ребята? Ребятки, какого леша вы такие злые? Наберите где-то 11 лайков. Потому что за новые игры вы должны оценить, что там по-новому, типа, например, там. Потому что я всегда играю во что-то новенькое. Вот один раз снял Хуан, это самая новая игра. Ерик Родин вот снял. Я думал, у него на канале не будет что-то с Хуаном подобное. Тай! Надо, кстати, такой... Ерик Родин говорит, что это посты. На меня записывал. Надо придумать какой-то пост, типа... Мы персонаж с говорящего Аташа. Хуана. Пабло, это... Я Хуан. Мистер Спринтрап, это будет, короче... Паблу. И там все пародия на говорящего Тома. Видимо, другой мир. Может, заколдовали. Создали землю говорящих Хуанов каких-то. Разве говорящий Том такой был? Ладно, я ж один раз в декабре посмотрел, сделал озвучку на говорящего Тома. Но YouTube... Но Россия не закрыла. Да что ты делаешь? Ах, это все из-за тебя.
меня карта, Марио карта, отсылка. Да, вот это точно было в Чикенгане. Все, отсылка на Чикенган. Тут, кстати, идет отсылка ко всем этим играм. И вообще, что идет отсылка ко всем этим играм? Хуан вылазит. Что Хуан делает? Ай! О, попался! Пищит музычку. Серьезно? Лови. Держи подарок, держи. Быстрее! Ладно, еще. Ну я пока что вырвался вперед. Давайте просто бросим сейчас. Как? Вот так, значит. Ну хорошо, ладно. Мы должны это победить. Сейчас выберем, может, давайте что-то другое. О, вот это я и хотел. Я победил. В честном поединке. Вот сколько мы монет заработали. Ну ладно. А что тут можно еще сделать? Мы можем... О, вот этот хлебушек. Крыска. Так, кушай. Я думал, я на это не буду записывать игру. Оказывается, надо записать. Ради вас запишу, кстати. Такую топовую игру, наверное. Но зубы у тебя страшные. Наверное, сны будут у вас очень страшные, поэтому... Чем... Стоп. А на дверь можно? Ну, давай. Да, вы кто такие, получается, прикольно. Ну, мне карты больше всех покажу, понравилось. А эти карты не совсем понравились. Как мы этот ролик назовем? Наверное, мы его назовем «Страшная версия Хуана Экзе». Вот Экзе, это ж хорошая вещь. Соник Экзе, вон, у Декарта. Просуществовал. Не решил. Говорящий Том тоже просуществовал. Кто еще просуществовал? Ну, пожарный Сэм не просуществовал. Но... Эрик, походу я уже снял таких новых видео по типу другого чего-то. Больше, чем Эрик Шоу, я думаю. Могу ошибаться, но походу это так. Не походу. Наверное, очень много. Вот это сейчас точно. Не прям думаю. А те, которые 2 года назад... Ну ты смотри, ну. Интересно, такого Хуана добавить в Чикенган? Вот, потому что у меня такие вопросы пока что. Аккуратней. Я не знаю, но походу добавят. Кстати, еще. Вообще. Лучше закройте это видео, если вам еще не 12. А вы знаете такой дебал, где там, короче, говорил? Закрой видео, если у тебя не 13. Иначе я расскажу твоим родителям. Уже рассказываю. Поэтому, если у тебя еще не 12, то закрой видео. Уберите детей лучше отсюда. Чтоб на такое страшилище смотреть. Целый Артур Осокин. Да шоп! Да, добавляем мне монеток. Поехали. Нет! Ах. Нет! Эх, отправить. Опять?
Как это надо проходить, неинтересно. Вот Диме, например, еще 9. Поэтому видео тебе это запрещено. И игра тебе это тоже запрещена. Хотя бы ты хочешь сейчас играть. Найди каких-то приличных хуанов. Например, в Ютубе каких-то милашек. Милашка Хуан, он красивый. Потому что если ты его выберешь, тебе за это могут оценить. Я оценю лайком твое видео. За милого Хуана, который сказал, осторожно, дверь закрывается. Слушай, а ты запишешь на меня реакцию? Или будешь продолжать говорить, вали, не буду говорить куда? Или вообще? Ну, писать гадости мне. Вот, например, он не пишет мне гадости, он же мой друг. Это как Ярик и мне Фантик. Я, например, Кибелопастер, это Ярик. А мистер Адима, это мини-фантик. Вот, чё бы так не придумать. Потому что у нас совпадение очень нехорошее. Ну, вот это очень клево. Ну, я бы доказал, чтобы каналы сюда поставили. Представить, типа, это, ну, как бы там сказать, Суперсоник. Но, по мне, мини-фантик. Потому что мистер Спрингтрап, это мой самый лучший друг. Это, наверное, мы монеты зарабатываем. Не на время. Может, так в вихрах так же само. А может и нет, я не знаю. О, видите? Даже тогда, когда они еще не... Ах, так. Нет! Так, ладно. Мне очень хорошо это, конечно, получилось. Но монет стало намного больше. Ну, это очень страшная версия с Хуаном. Ладно, еще в это сыграем. Хуан, что ты там делаешь? Блин, так хочу попасть в глаз. Но не получается. Давай попадем сейчас в глаз. Так, а убьем сейчас. Ну, мы можем считать, что в глаз. Да тебе сейчас глаз. Капец, опять не получилось глаз. Колеж. У нас в городе даже таких домов нет. Так. Давай глаз! А почему все время в шею? Там еще один. Если увидите, то там еще один зубастик. На тебе, получай, что ты. Я то либо играю любимые свои игры. У меня любимые игры Chicken Gun. Вот так музыка заканчивается. Да я ее не слушал. Это как будто из какой-то игры, я не знаю. Ты где? Он уже близко. Вот это жесть. Да уходи ты отсюда. Быстрее, быстрее, он сейчас убьет. Да капец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы проиграли. Но мы его еще не... Накормили даже вот этим. Ну ладно. Ладно, ребят, если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, бейте колокольчик. И делитесь этим видео с друзьями. Всем пока-пока.